Походу я вообще скучно живу. Это чучундра по полям, по огородам чьим-то бегала. Ей лапки перебили. Потом лапу в забор вытащила ей. Собака лапу прокусила. Она как юла вокруг лапы крутилась. Такое ощущение, она готова ее было себе отгрызть. Это раз. Потом по бутылкам хорошо побегала с Лекси. Та себе подушку обрезала. А это себе лапку пропорола. Потом еще раз где-то на такое ощущение, как будто в капкан попала. Ходила, хромала, лапа опухла. Вот эта чучундра умудрилась грибов поесть. Для собаки камикадзе просто. 2 дня ходила, неделю отходила она. Сначала на переднюю лапу хромать, потом на заднюю лапу хромать. Еще пришла в себя подруга. А это та, которая себе подушку обрезала, да, чучундра? А теперь она решила со шмелями поиграть, да? Я вообще скучно живу по сравнению с вами. Да, красотка? Ты не могла еще один день крепануться, сегодня хозяйка тебя должна забирать, а? Ой, блин, капец, бедная. Что с вами делать? Мне же заняться нечем, по ветеринаркам каждый день кататься.